Всем привет! Я приехала в Wholesome Choice. Это аналог наших сельскохозяйственных рынков. Здесь очень дешевая сельскохозяйственная продукция. Посмотрите, клубника 2 штуки за $5. Бананы 69 центов за паунд. Очень вкусная мексиканская папайя 69 центов за паунд. Манго 79 центов за штуку. Помидоры 79 центов за паунд. Здесь еще, когда сезон, бывают очень вкусные дешевые апельсины. Апельсинов сейчас нет. Вот зелень, пучок 69 центов, либо 99 центов, в зависимости от того, что хочешь взять. Огурцы 69 центов за паунд. Это у нас эггплант, как они называются, это баклажаны 99 центов за паунд. Яблоки 69 центов за паунд, смотрите. Так, зелень, редиска стоит 79 центов за пучок. Свекла или свекла, не помню, как правильно, почем она у нас. Кто видит, я не вижу, если честно. Не нашла, ну ладно. Айсберг салат $1.29, такой салат 99, капуста стоит 99 центов за паунд, а вот манго, за которыми я приехала, 69 центов за штуку, обычно 5 штук за доллар, но сегодня подороже, у меня дочка попросила эти манго взять, выберу, возьму, они самые вкусные. Это грейпс 99 центов за паунд, тоже возьму. Так, сельскохозяйственная продукция, понятно. Здесь еще очень дешево. Так, авокадо 2 штуки за $6, не так дешево. Большие томаты $1.29. Здесь же есть гречка, наверное, не на этом уровне. Сейчас мы посмотрим, здесь всякие специи. Кстати, подсолнечное масло, скорее всего, здесь российское есть. Не вижу. В другом точно есть. Здесь не вижу, ну ладно. Здесь еще достаточно дешевая рыба, мясо. Я вам гречку хотела показать. Гречка. Может быть, в следующем. А, гречка здесь. Гречка. Тут вот все виды круп. Где гречка? Ага. Гречка здесь. Сколько гречка стоит? Ну, гречка подорожала немного. Стоила 3 доллара, сейчас стоит 4,99. Такая 5,99. Вон перловка 3,99 внизу. Есть еще такая гречка 6,49. То есть гречка подорожала, ну, процентов на 30, но тем не менее она есть. Никуда не пропала. Горошек 2,69. 2,29. Ну, тут макароны, они, в принципе, везде есть. Что здесь еще хорошего? Здесь еще есть очень вкусная пастри. И здесь есть Наполеон. Кстати, справа мороженое с шафраном. Очень вкусное иранское мороженое. Вот это все сладости любимые. Похожи на турецкие, тоже очень вкусные. И вот здесь то, к чему мы привыкли. Вот, например, крем-брюле стоит $1.99.
Вот такие кексики 2,99, вот пудинги 2,99, макарони $1.99 штучка, чизкейк 3,49 стоит. Я ищу Наполеон. Ну, вот можете цены посмотреть, тут все чизкейки, все 3,99. Я чего-то не вижу Наполеона. Кто-нибудь видит Наполеон? А, вот Наполеон. Вот Наполеон с заварным кремом 2,99. И обычный Наполеон с кремом тоже 2,99. Еще хочу вам показать финики. Финики здесь такие же вкусные, как израильские финики. Ничем не хуже, они местные, калифорнийские. Ну, кстати, суши. Суши стоят 5,99. Два коробочку. Вот финики джумбо 7,99 за паунд. Вот эти, наверное, вкуснее будут. Нет. Джумбо самый вкусный, 7,99, эти 5,49. Или вот такую большую упаковку можно взять, это джумбо. Джумбо 54,99. Очень вкусные, сочные, как мы все любим. Тут разные виды колбас. Вот какие цены на колбасы. Я это не беру. Так, яйца. Яйца здесь, в принципе, стоят столько, сколько обычно в магазинах. Вот смотрите, доллар, всего $1.49 за 18 штук. Видите? Это еще так дешево, да. Лач, да, лач, $1.49. Ничего себе, такая цена хорошая. У меня сейчас яиц дома много, так бы взяла. Здесь различные пастри, сыры, ну, сыры обычные, как везде. Ничего необычного нет. Хочу вам еще мясо показать. Очень, кстати, вкусные вот эти вот йогурты. 4,69 стоят. Обалденные. Особенно для похмелки вообще идеально. Но это не для себя. Так, в принципе, они такие прям... Лучше рассола точно. Кефир. Кефир стоит 4,69. Сейчас вам мясо покажу. И распрощаюсь. Мясо вон стоит халяльное 6,99 за паунд. Такое 4,99 за паунд. Самое дешевое, наверное, вот это вот 4,99 халяльное биф. Смотрите, какие хорошие, красивые кусочки. На ножке вон 7,99. Фарш 4,99. Курица. Целиковая курица 3,99. Это картофель 79, но такой будет дешевле, 4,99 за 10 паундов, да, то есть 4,54 килограмма стоит 4,99, так дешевле покупать. Также, в принципе, и с луком, ну, такой стейк 6,99 за паунд, я лук хочу показать. Лук стоит 69 центов. Чеснок, две таких штучки за $5. Курица. А, курицу еще не показали. Ну, курица. Ну, тут разная цена. 5,19, 3,99. В общем, разные цены. Арбузы стоят 4 паунда за доллар. Арбуз, что ли, взять? Наверное, возьму арбуз. И вот такие перчики. Перчики зеленые 99 центов за паунд, а такие разноцветные, ну, цены, видите, $2.49, $1.99. Так, все, мне надо бежать. А, кстати, сейчас я вам покажу еще груши. Груши $1.69, $1.49. И тут еще вон перчики есть, $1.49. На этом все. Я побежала. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока-пока.